Администрация Ангарска объявила конкурс на лучшее название для бульвара Набережной. Первый этап по благоустройству почти завершен. Уже обустроена пешеходная зона, центральный подход, который ведет к будущей набережной. Проектировщики дали объекту рабочее название «Бульвар пассионариев». Однако администрация округа считает, что предложить свой вариант имеют право и жители. В этом году у нас выполнена часть бульварной зоны, перехватывающая большая стоянка, большой кусок набережной выполнен вдоль 30-го микрорайона, также с перехватывающей стоянкой по улице Космонавтов, выполнена пешеходная, беговая и велосипедная дорожки. Предложения от жителей принимаются в администрации Ангарского округа до 30 ноября по электронному адресу или телефону. После этого все варианты будут представлены на открытое голосование, которое пройдет на официальном сайте Ангарского городского округа и в социальных сетях.